Добрый день, уважаемые друзья! Я старший научный сотрудник Центрального музея военно-воздушных сил Булыгин Алексей Владимирович. В прошлом полковник, военный летчик. Сейчас мы с вами находимся на территории Центрального музея военно-воздушных сил. И сегодня я вас приглашаю провести вместе со мной виртуальный тур по нашему уникальному музею. Открытая стоянка нашего музея состоит из нескольких десятков самолетов. Все они организованы. За моей спиной вы видите асфальтированную дорожку. Эту дорожку мы называем аллеями. И каждая аллея нашего музея посвящена какому-то конструктору. В частности, слева от меня находится аллея величайшего авиационного конструктора Андрея Николаевича Туполева и его знаменитые бомбардировщики. Сзади и справа от меня находится аллея Павла Осиповича Сухого, не менее известного авиационного конструктора. Далее аллея Микояна, Яковлева и большое количество гражданских и военных самолетов. Музей был создан более 60 лет назад, в 1958 году, 28 ноября. И самым первым экспонатом нашего музея был вот этот замечательный самолет Ту-4. Особенность его состоит в том, что это первый отечественный носитель ядерного оружия. Он был создан в ОКБ Андрея Николаевича Туполева. И уже с 1947 года он активно эксплуатировался в наших военно-воздушных силах. Перед вами грозный боевой бомбардировщик Ту-16. Более 40 лет он стоял на страже нашей Родины. 7 членов экипажа, 8 тонн бомбовой нагрузки. Он выполнил все свои поставленные задачи и оказался настолько успешен, что впоследствии на его базе был создан первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104, который все прекрасно знают. Однако, для того, чтобы доставить бомбы на головы противника, необходима сверхзвуковая скорость. Это понимали все. И уже в 1959 году создается вот этот самолет необыкновенной красоты, который называется Ту-22. У него была революционная компоновка. 3 члена экипажа. Хотя для бомбардировщика это сложно, управлять такой машиной только одному летчику. Тем не менее, он был создан и стал серийным. У него были как положительные качества, так и недостатки. Один из его недостатков – это была большая стреловидность крыла, 54 градуса, вследствие чего он и выходил на сверхзвуковую скорость 1650 километров. Но при этом этот самолет был очень сложен для пилотирования при взлете и посадке. Понимая, что это недостаток, Андрей Николаевич Туполев спустя уже 3 года создает модернизированную версию этого самолета. Но у него получается принципиально новый самолет. Он перед вами с бортовым номером 33. Этот самолет называется Ту-22М, то есть модернизированный. Но вы отчетливо видите, что здесь абсолютно другая компоновка двигателей. Здесь уже 2 летчика, командир и 2-й пилот. И самое главное, здесь изменяемая геометрия крыла, которая позволяла ему на небольших скоростях выполнять взлет и посадку. А в воздухе эти крылья складывались, и он мог выполнять полет, крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. И самолет оказался настолько удачным, что впоследствии сам прошел несколько модернизаций, и последняя его версия называется Ту-22М3, которая сейчас у нас находится на вооружении. Именно такие типы самолетов недавно выполнили посадку в Сирийской Арабской Республике на аэродроме Химин. Еще одна версия самолета Ту-16 с бортовым номером 53, который принадлежал авиации военно-морского флота и выполнял боевые задачи в ее интересах. Под крыльями этого самолета подвешены стратегические ракеты Х-22 воздух-земля, которые имеют дальность 2500 километров. Нижняя часть фюзеляжа и крыльев окрашена в белый цвет. Это специальная белая краска, которая позволяет отражать вспышку ядерного взрыва и частично радиоактивное облучение. Поэтому наши самолеты-бомбардировщики в России, раскрашенные в белый цвет с нижней частью, означают, что это носитель ядерного оружия. Еще один самолет. Это Ту-128. Это дальний перехватчик. Вы видите под его крыльями 4 ракеты класса воздух-воздух для уничтожения нарушителей нашего воздушного пространства. Это тоже сверхзвуковая машина. И долгое время на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, он охранял рубежи нашей необъятной страны. В уникальной коллекции нашего музея присутствуют два просто потрясающих экспоната. Это самолет М-50 конструкции необыкновенно талантливого человека Владимира Михайловича Мясищева. Он был создан в 1959 году. В то время самолеты были дозвуковые, истребители. Он создает стратегический ракетоносец, задачей которого входило уничтожение авианосных групп противника. Самолет был выпущен только в единственном экземпляре для проведения экспериментальных полетов, и он выполнил 20 испытательных полетов. Однако у него возникли проблемы с двигателями, то есть заводы, которые выпускали двигатели, не могли обеспечить на перспективу массовый их выпуск. Поэтому ограничились одним. Свой последний 20-й полет этот самолет выполнил на Тушинском параде 9 июля 1961 года. Как правило, на этих парадах присутствовали иностранцы, в частности, военный атташат, который, как говорят очевидцы, просто попадал в обморок, видя пролет этого потрясающего самолета. Но вместе с тем мы его рассекретили. И буквально через небольшой промежуток времени наши потенциальные противники начали задумываться о том, чтобы выпустить что-то подобное. У них появляется экспериментальный бомбардировщик XB-70 «Валькирия», а нам, в свою очередь, надо чем-то ответить на это. И в ОКБ Павла Осиповича Сухого приступают к созданию сверхзвукового стратегического разведчика и бомбардировщика, которому дали название СУ-100. Вот он перед вами. Уникальность этого самолета состоит в том, что на момент его испытаний это был самолет, который впитал в себе все революционные инновации, которые были на тот момент. Но я хочу сказать, что некоторые из этих революционных инноваций еще не везде использованы конструкторами в реализации в современной авиации. У него было электрическое управление, не на тягах и на тросах, как это было раньше, а чисто электрическое. Самолет сделан полностью из титана. Мы с вами знаем, что титан – это довольно дорогой металл и очень сложный технологически в его сварке. Но, тем не менее, над конструкцией этого самолета работало около 40 институтов и крупных предприятий, в частности, институт Патона, потому что титановые листы не свариваются, а они нашли возможность выполнить эту сложную задачу. Вы обратите внимание, что у самолета опущено, сейчас он опущен на 12 градусов. Это сделано для того, чтобы летчики, а их было только 2, имели возможность визуального контакта при рулении и взлете. После взлета этот нос поднимался полностью, остекление кабины, естественно, закрывалось, и экипаж, состоявший всего из 2 человек, выполнял полет только по приборам. А перед посадкой, естественно, нос снова опускался. Кроме всего прочего, одна из задач этого самолета была преодоление не просто звукового барьера, а он его преодолел в 3 раза. И максимальная скорость этого самолета на испытаниях была 3200 км в час. Была еще одна проблема – не звукового, а теплового барьера, потому что при трении о воздух, разряженный воздух на высоте 24 тысячи метров – это как раз высота этого самолета. При температуре окружающей среды минус 70, при трении о воздух его обшивка нагревалась до температуры 350-500 градусов. Вот. Дюралюминий такой тепловой нагрузки не выдержит, поэтому он был сделан из титана. Но в связи с этим он оказался очень дорогим. Очень дорогим. Значит, вес этого самолета получился 130 тонн, и экономисты посчитали и сказали, что если бы он был сделан из чистого золота, то он стоил бы столько же. Вот, поэтому от идеи серийного выпуска этого самолета отказалась. Кстати, на тот момент у наших врагов появилась ракета, которая смогла достигать 25 тысяч метров или 25 километров. Высота этого самолета была на тот момент потрясающей, тем не менее не отвечала, ну, требованиям того времени. Поэтому было принято решение преодолевать ПВО противника на предельно малой высоте. А для этого у самолета должна была быть изменяемая геометрия крыла. Поэтому вместо серийного выпуска самолета Су-100 приступили к выпуску самолета Ту-22М, который мы с вами уже видели. Уважаемые друзья, вы знаете, нельзя пройти мимо этого потрясающего самолета. Буквально несколько дней назад киностудия передала в дар нашему музею этот потрясающий экспонат. Это полномасштабная модель легендарного самолета-амфибии, который называется Ша-2, Шавров-2. Долгое время, довоенное время, послевоенное время она служила на благо нашему народу. Он выполнял отдельные рейсы по доставке почты, медикаментов, использовался как санитарный самолет, как самолет разведки, он мог базироваться на палубах корабля. Обратите внимание, низ этого самолета напоминает лодку. Вот. Однако шасси, на которых он сейчас стоит, могли убираться вверх, поэтому он мог безболезненно производить посадку на любой водоем, очень небольшого размера, в пределах 60-100 метрах. Двигатель на этом самолете М-11, точно такой же, который устанавливался на самолете По-2, знаменитом легендарном, на котором летали ночные ведьмы. Мощность этого двигателя всего лишь навсего 100 лошадиных сил. Однако самолет по своим аэродинамическим качествам, тактико-техническим характеристикам был просто уникальным. В нашем музее вы сможете увидеть две вертолетные площадки. Здесь представлены уникальные экспонаты. Каждый из них – это рекорд и прорыв в области вертолетостроения. Первый вертолет, похожий на вагон, знаменитый Як-24. 50-й год. Конструктору Александру Сергеевичу Яковлеву предложили попробовать свои силы в вертолетостроении. Он принял этот вызов, и уже через 2 года появился этот потрясающий вертолет, способный перевозить 30 пассажиров, до 5 тонн груза. Вы видите, что у него 2 винта, и он имеет вагонную схему. Было выпущено немного, всего лишь 40 таких машин. 20 отдали в Аэрофлот, 20 отдали военным. Но в большую серию вертолет не пошел. Почему? Потому что он был оборудован двигателями поршневыми, а уже началась эра реактивной авиации. Поэтому наши военные и Аэрофлот предпочел иметь вертолет с реактивными двигателями. И в частности, сразу же появляются знаменитые вертолеты Ми-8, они у нас представлены здесь. Вот белый стоит, раскрашенный под Аэрофлот. Вот гигант в свое время, Ми-6, белый вертолет. А прекрасная машина, которая побила несколько мировых рекордов. Несмотря на его противоречивый внешний вид, его скорость была 300 км в час. А этот вертолет мог поднимать 12 тонн полезной нагрузки. Но не забывали и про военных. Вот в частности, здесь у нас стоят 3 военных вертолета. Первый из них Ми-24А. Вот он стоит перед вами. И когда мы проводим День открытых дверей, открывается обязательно этот вертолет. И наши гости, особенно дети, садятся в кабину этой боевой машины. Но в этой боевой машине, которая была экспериментальной, были некоторые недостатки. А именно, летчик и оператор боевого оружия сидели рядом, как за партой. Вот. И при выполнении боевых действий они просто мешали друг другу. Обзор был ограничен. Поэтому в ОКБ Миле было принято решение расположить летчика и оператора по тандемной схеме. И вот как раз на вот этом камуфлированном вертолете последующей серии летчик и оператор располагались именно таким образом, не мешали друг другу. И вот такая схема вертолета оказалась необыкновенно успешной. Он начал у нас эксплуатироваться в 1982 году и эксплуатируется до сих пор. Мало того, что это боевой вертолет, вы обращаете внимание на то, что он имеет квадратные окошечки. И выполняя боевую задачу, одновременно вертолет может доставлять 10-12 спецназовцев или десантников. В нашем музее есть еще одна уникальная машина. Вы видите желтым пузиком вертолет на длинных ножках. Вертолет называется Ми-10. Впервые он экспонировался на выставке в Париже, в Ле-Бурже, в 1965 году. Именно в такой раскраске, желтым пузиком. Но французов и специалистов в области авиации смутили его длинные ножки. Вот. Было предположение, что это сделано для красоты. Однако, если мы с вами присмотримся, между его шасси находится платформа. На эту платформу мог заехать свободно большой грузовой автомобиль или большой туристический автобус. Именно так и поступили наши вертолетчики. Они пригласили французских добровольцев разместиться в автобусе. Автобус заехал на эту платформу, но этот вертолет выполнил несколько полетов над Парижем, свежащий внутри французской публикой. Было выпущено немного таких вертолетов, 44, но впоследствии часть из них выпускалась на низких ножках. Вот. Этот вертолет назывался Ми-10К. А буква «К» означала, что это кран. Мы их немного встречали в воздухе, потому что они выполняли свои специфические задачи в основном на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и работали как воздушные краны для установки линий электропередач, нефтяных, газовых вышек. Но век его был недолг, и в 1993 году последний вертолет был списан. Однако тот, который экспонировался в Париже, вы можете посмотреть в нашем музее. Еще одна вертолетная площадка, на которой представлены наши гиганты и уникальные вертолеты. Вертолет, который представляет целое семейство палубных вертолетов. Несмотря на свой, довольно потешный внешний вид, это грозная машина, это убийца подводных лодок. На базе К-25 под индексом К корабельные было создано огромное количество вертолетов с соосными винтами в УКБ Камова. Вот такая схема расположения винтов один на другим, которые вращаются в разные стороны, реализована только в Советском Союзе и в России. Проводя экскурсии по музею, я нашим гостям показываю этот красный самолет. Все прекрасно знают и любят наш замечательный фильм под названием «Мимино». «Мимино» по-грузински «Сокол». И вот наш герой выполнял свои рейсы именно на таком вертолете Ми-2. Однако это фильм не только про летчика Мимино, этот фильм еще про любовь, и все прекрасно помнят Ларису Ивановну, да, которой он пытался дозвониться, но так и не получилось. А Лариса Ивановна, в свою очередь, была бортпроводником на прекрасном сверхзвуковом лайнере под названием Ту-144. И если вы еще раз посмотрите этот фильм, то вы увидите, что бортовой номер этого самолета, который снимался в кино, 77106. То есть именно этот самолет и снимался у нас в кинофильме «Мимино». На второй вертолетной площадке, кроме многоцелевых вертолетов Ми-2, стоят гиганты Ми-6, которые мы уже видели. Но здесь представлены вертолеты различного назначения, как противопожарный, так и чисто транспортный. Но на смену им пришел гигант, который поражает воображение всех авиационных конструкторов мира – вертолет Ми-26. Когда мы с вами восхищаемся грозными машинами в период пролета над Красной площади, то лидерами этих вертолетов, как правило, являются вертолеты Ми-26. Вы только представьте, этот вертолет способен поднимать 20 тонн полезной нагрузки. Ни один вертолет мира не может это сделать. Мы с вами находимся на аллее Яковлева, Александра Сергеевича Яковлева, величайшего нашего авиаконструктора. Друзья и его подчиненные называли его асом, Александром Сергеевичем. Он известен в нашей стране как специалист в области небольших самолетов, перехватчиков, разведчиков, но в то же время и пассажирских самолетов. Мы прекрасно с вами знаем самолеты Як-40, Як-42. Но одной из вершин творчества этого ОКБ стал самолет Як-130. Он стоит перед вами. Это учебно-боевой самолет. Одна из проблем, с которой встречаются любые военно-воздушные силы, это подготовка военных летчиков. Это очень дорогое удовольствие для страны. Некоторые специалисты говорят, что вес летчика составляет по весу то золото, которое правительство или страна затратило на уровень его подготовки. И особенность этого Як-130 заключается в том, что здесь находятся две кабины. Одна кабина для обучаемого, вторая кабина для инструктора. Но там интересно организована приборная доска самолета. Она состоит из трех экранов, на котором можно имитировать приборную доску практически любого современного самолета. Таким образом, выполняя полет на этом учебном самолете, летчик получает навыки, допустим, как на большом бомбардировщике или на сложном самолете, таком как Су-27, Су-30, Су-35 и так далее, что очень сокращает затраты на подготовку летчика, но без потери его качества. Далее здесь представлены самолеты, которые еще 50 лет назад, даже более 50 лет назад, стояли на страже нашей страны. Сразу в послевоенный период началась эра реактивной авиации. И перед вами стоит Як-130, это один из первых самолетов, который был создан в УКБ Яковлева. В дальнейшем в борьбе за скорость авиационные конструкторы вынуждены были уменьшать профиль крыла, то есть делать его тоненьким. Но возникала другая проблема, а куда убрать шасси? Поэтому была разработана схема так называемого велосипедного шасси. Основная стойка шасси убиралась в фюзеляж, а на законцовках крыла вы видите небольшие шасси, которые после взлета складывались. Тем не менее, они сохраняли устойчивость этой машины на земле. Эта схема в начале 50-х годов прошлого века оказалась необыкновенно удачной. И в ОКБ Александра Сергеевича Яковлева рождается большое количество самолетов, которые выполняли различные задачи. Это были разведчики, перехватчики, бомбардировщики. И вы видите целое семейство этих самолетов в экспозиции нашего музея. В начале 60-х годов появилась новая идея – создать истребитель вертикального взлета и посадки. Для чего? Для того, чтобы эти самолеты располагать на палубах авианосцев. Но задача была технически крайне сложная. И вот уже в конце 50-х годов появляется первый экспериментальный самолет Як-36. Он у нас представлен желтеньким бортовым номером 36. Вы видите, впереди у него большая труба, сзади точно такая же. Эти трубы – это газовые рули самолета, который взлетает вертикально. Однако, после проведенных экспериментов конструкторы пришли к выводу, что она не отвечает предъявляемым требованиям. И уже позже были созданы серийные самолеты вертикального взлета и посадки под номером 37 и 38. Это Як-38 палубного базирования. Некоторое время они находились на вооружении нашей страны, непосредственно базировались на палубы наших авианесущих крейсеров. Однако на сегодняшний день многие специалисты в большинстве стран, которые могут позволить себе строить самолеты вертикального взлета и посадки, отказываются от них. Это связано с тем, что для того, чтобы такую машину оторвать от палубы корабля вертикально, необходимо затратить 30% топлива. При выполнении посадки опять 30% топлива. Поэтому для выполнения боевой задачи остается 40%, что является довольно проблематичным для такого истребителя. Поэтому, как считают многие специалисты, человечеству надо было пройти этот технологический барьер, и мы его прошли. А на сегодняшний день наши уважаемые зрители, думаю, прекрасно видели документальные кадры, в которых самолеты на сегодняшний день выполняют посадки и взлетают с авианосцев, как у нас говорят, по-самолетному, для экономии топлива. Проще сделать чуть подлиннее палубу корабля и выполнять такую посадку. После того, как мы прошли аллею Александра Сергеевича Яковлева, перед нами открывается панорама аллеи Микояна. Перед вами представлены все типы реактивных истребителей конструкторского бюро МиГ. И первый из них – самолет МиГ-15УТ. МиГ-15 – это был удивительный самолет. Он появился у нас в 1949 году и по требованию руководства страны стал нашим основным истребителем. Навел шороху в Северной Корее, но чтобы готовить летчиков на эти самолеты, необходим был самолет «Спарка», который мы называли УТИ – учебно-тренировочный истребитель. Вы отчетливо видите две кабины. И вот именно на таком самолете в 1968 году при невыясненных до сих пор обстоятельствах погиб первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Вот этот самолет с бортовым номером 03 нам передали с аэродрома Чкаловский, в котором находилась так называемая космическая эскадрилья. И когда мы посмотрели формуляр этого самолета, оказалось, что 15 полетов на нем выполнил Юрий Алексеевич Гагарин. Представляете, какую он ценность сейчас представляет для нашей страны, в том числе, ну, и для нашего музея. Он находится у нас на особом учете. А следующие самолеты в этой линейке – МиГ-17, МиГ-19 с бортовым номером 11, который первый преодолел звуковой барьер. Дальше пошли сверхзвуковые самолеты – МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27. И с той стороны мы с вами уже увидим самолет МиГ-31. Это высотный перехватчик, гордость нашей страны, который до сих пор находится у нас на вооружении. И когда Владимир Владимирович Путин говорил о том, что мы обладаем уникальным оружием, а именно системой «Кинжал», эта ракета, способная расколоть надвое авианосец, она как раз подвешивается под самолет МиГ-31, который имеет уникальные характеристики по скорости и по высоте. И на сегодняшний день является нашим базовым высотным перехватчиком. Перед вами еще два уникальных экспоната нашего музея. Самолет МиГ-25, высотный перехватчик. Когда-то гордость нашей противовоздушной обороны. Особенность этого самолета заключалась в том, что он мог выполнять свои задачи на невиданной доселе скорости. 3400 км в час, более трех скоростей звука. А высота, на которую поднимался этот самолет, недосягаема до сих пор ни для одного самолета в мире. Это 37 650 метров. Это рекорд высоты этого самолета. Еще 3 километра – это суборбитальное пространство. Но на смену к МиГ-25 пришел более совершенный самолет, уже с двумя членами экипажа, который выполнял большое количество задач. Самолет МиГ-31 на сегодняшний день стоит у нас на вооружении. Под крылом этому самолету вы видите подвесной бак для увеличения дальности полета его. А самолет МиГ-31М имеет такого же размера белую ракету, которая подвешивается под его фюзеляжем. Это ракета системы «Кинжал». Гиперзвуковая ракета, которая может выполнять свои задачи на скорости 12-18 тысяч километров в час. Ни в одной стране такого оружия или подобного оружия на сегодняшний день нет и в ближайшее время вряд ли появится. Уважаемые друзья, а напротив аллеи Микояна у нас находится другая интересная аллея. Она представляет из себя и экспериментальные модели. Вы видите серенький нос самолета Як-141. Это был тоже самолет вертикального взлета и посадки, выпущенный в 1990 году. Но выпущено было всего 3 самолета. Вот. И в серию они не пошли по ряду причин. Следующий самолет с бортовым номером 04. Это перехватчик Ла-250. Он тоже был один-единственный и экспериментальный. И вот этот уникальный самолет находится в нашем музее. После него мы видим самолет с синим пузиком с надписью Е-166. Это экспериментальный самолет, который выполнил 3 мировых рекорда на скорость, скороподъемность и высоту. И испытывал этот самолет и летал на нем наш знаменитый летчик-испытатель Георгий Константинович Масолов, который долго здесь жил в Моне, но, к сожалению, годы берут свое, и он буквально недавно ушел из жизни. А Георгий Константинович был еще известен тем, что это был лучший друг Юрия Алексеевича Гагарина. Вот. И пока он жив, он приходил к этому самолету, рассказывал о нем, как он проводил испытания. Один единственный в мире. А вот это интересный самолет. Мы его называем «Эпос». Расшифровывается как экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет. Когда мы планировали систему «Буран», то предполагалось, что внутри «Бурана» будут находиться вот такие космические истребители. На этом истребителе был проведен ряд экспериментов, вот, которые в серию не пошли, однако наши конструкторы, наши изобретатели получили огромный ресурс для развития будущей пилотируемой космонавтики. А следующий интересный экспонат. Вы видите, что это беспилотный летательный аппарат. Действительно это так. Это Ту-141 «Стриж». 1974 год. Мы только сейчас громко заявляем, и ведущие авиационные державы об этом говорят, что у них появились беспилотники, или дроны, как их называют. А у нас он появился в 1974 году. Он выполнял свои задачи, и рядышком с ним находится платформа, или, как мы ее называем, стартовый стол, с которого взлетал этот беспилотник, уходил по специальной программе в сторону противника, безобразничал там в течение 6 часов, потом возвращался домой. Из 12 таких стартовых столов он находил свой материнскую платформу, выпускал парашютик и рядышком садился. Его дозаправляли, он был готов к выполнению следующих боевых задач. Зачастую специалисты самолет называют уникальным творением рук человеческих. А перед вами самый уникальный из всех уникальных стратегический бомбардировщик Ту-95МС. По натовской классификации он называется БЭ – «Медведь». Самолет особенный по всем своим параметрам. Вы видите 4 двигателя. Это турбовинтовые двигатели. То есть, в принципе, он реактивный, однако через специальное приспособление, которое называется винт-регулятор, вращение компрессора преобразовывается в вращение двух соосных винтов, которые вращаются в разные стороны, что позволяет ему быть не только очень экономичным самолетом, но и скоростным для винтовых самолетов. Скорость его 850-900 км в час. Но главная задача этого самолета – как можно больше находиться в воздухе. Дальность этого бомбардировщика может быть 12 тысяч километров без дозаправки. Но вы видите и штангу для дозаправки, поэтому, в принципе, этот самолет может находиться в воздухе сутками. Какая у него главная задача? Это обеспечение мира на Земле. Вот такие самолеты сейчас, я рассказываю вам о нем, а он находится в воздухе, практически во всех водах всех нейтральных океанов. Его двигатели сами по себе уникальны. НК-12 – это самый мощный двигатель в мире. Мощность его была 14 800 лошадиных сил. Потом этот двигатель модернизировали, и сейчас мощность этого двигателя 15 тысяч лошадиных сил. Когда мы отмечаем День открытых дверей, мы обязательно открываем этот самолет. Под передней стойкой, вы видите, этого самолета находится входной люк, оттуда выдвигается лесенка, и все желающие могут подняться по этой лесенке и посидеть в кабине вот этого стратегического бомбардировщика. А рядом с ним стоят самолеты военно-транспортной авиации. Вы все прекрасно знаете, что наша страна уникальна по своим размерам. И доставлять грузы, людей, технику, обеспечивать, ну, скажем, обеспечивать народное хозяйство часто привлекают военно-транспортной авиации. Серенький с бортовым номером – это трудяга Ан-12. Он появился в 1958 году, и надо сказать, что до сих пор прекрасно себя чувствует и выполняет свои задачи. За ним идет Ан-24, пассажирская версия. Практически на сегодняшний день это единственный самолет, который у нас работает на местных трассах. И я полагаю, что многие зрители видели вживую этот самолет и просто летали на нем. За ним идет уникальный военно-транспортный самолет Ан-22, известный нам как Антей. Вы только представьте, взлетная масса этого самолета 225 тонн. Полезную нагрузку, которую он может поднять в воздух, 100 тонн. Но при выполнении оперативных задач обычно она не превышает 60 тонн. А двигатели на нем те же самые, очень удачные двигатели, которые серийно выпускались в нашей стране, НК-12 с соосными винтами. Еще одна уникальная машина, вы видите, к ней подогнали трап. Это дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114. Он сделан на базе уже известного нам самолета Ту-95МС. Те же самые двигатели, те же самые внутренние системы, кондиционирование, жизнеобеспечение. Но в нашем музее все необычное. Я вам должен сказать, что это личный самолет Никиты Сергеевича Хрущева, на котором он в 1959 году выполнил первый и единственный визит в Соединенные Штаты Америки. Когда этот самолет произвел посадку в Вашингтоне, то в течение нескольких часов не могли найти трап, чтобы наш руководитель нашего государства, Советского Союза, покинул самолет. Почему? Потому что у него были очень высокие, нестандартно высокие стойки шасси. Вот. И пришлось через несколько часов Никиту Сергеевича Хрущева выгружать по пожарной лестнице. Другого варианта не нашли. Но и американцы с присущим им иронией задали вопрос, а в какой стране построили такой замечательный самолет? Никита Сергеевич сказал, что в Советском Союзе, да ну что вы, у вас кроме как Ан-2 и По-2 строить ничего не умеют. И Никита Сергеевич Хрущев был настолько расстроен, что приказал на время своего визита, а он гостил в течение 2 недель, открыть этот самолет для внутреннего осмотра всех желающих. Так вот, 2 недели днем и ночью стояла очередь из американцев, сравнимая с очередью мавзолея Ленина. Они все хотели убедиться, что это уникальный самолет. А самолет действительно уникальный. Вы знаете, он внутри нестандартен. Внутри его салона 2-этажная кабина. На верхней палубе находятся, конечно, руководители и его помощники, а на нижней части журналисты, кухня, ну и система жизнеобеспечения. Вот. Но верхний салон у него просто потрясающий, интересный. Это красный бархат, красное дерево. Вот. И вот как раз в дни открытых дверей наши гости могут зайти в салон этого самолета и посмотреть, как мы перевозили руководителя нашего государства, в каких условиях. Еще один уникальный аппарат, это уже на другой стороне. Вот. Это вы видите по обводам его фюзеляжа, особенно нижней части фюзеляжа, он напоминает лодку. Это знаменитая амфибия, которая называется Б-12. Долгое время она находилась на службе наших вооруженных сил, а именно авиации военно-морского флота, и выполняла задачи по уничтожению вражеских субмарин и просто ведению разведки. Вот. Вот эти шасси, вы видите, убирались внутрь фюзеляжа, и этот самолет мог свободно садиться на водную поверхность и с нее взлетать. Также он мог выполнять посадку на искусственную взлетно-посадочную полосу. В настоящий момент у нас осталось немного таких самолетов, они отслужили свой срок, вот, и они выполняют другие задачи, а именно задачи по пожаротушению. Вот этот самолет выполняет посадку на воду. На скорости глиссирования 150 км в час он всасывает в себя 8 тонн воды за 59 секунд. Потом производит взлет и летит для уничтожения очагов пожаров. Уважаемые друзья, перед вами последняя версия самолета Ту-22М3, последней модификации. По американской классификации он называется «backfire», что означает верховой огонь, который невозможно остановить. Взлетный вес этого самолета 122 тонны. Причем полезные нагрузки, а именно бомбовые нагрузки, он может нести 24 тонны. Вот недавно такие самолеты выполнили посадку в Сирийско-Арабской Республике, именно такого класса. А наши зрители наверняка видели такой самолет в хорошо известной комедии, которая называется «Особенности национальной охоты». Самолет, в который грузили корову, если вы помните, как раз вот в такой тип самолета. Уважаемые друзья, еще одна изюминка нашей коллекции. Уникальный сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Таких самолетов было выпущено всего 16. Однако аналоговых самолетов под названием «Конкорд» совместного производства Франции и Великобритании было выпущено всего лишь 20. Скорость этого самолета была 2500 км в час. Это был имиджевый самолет. И до сих пор ведутся споры. А кто был первый? «Конкорд» или Ту-144? Обращаемся к цифрам. Этот самолет произвел свой первый полет 31 декабря после обеда 1968 года. Мы очень торопились. А «Конкорд» свой первый полет выполнил только 2 февраля 1969 года. То есть и здесь мы были первыми. Это был, безусловно, имиджевый самолет, как я уже сказал. Однако вы прекрасно представляете, что в борьбе за скорость он был должен расходовать огромное количество топлива. Он был очень нерентабельным самолетом. Но вместе с тем мы доказали всему миру, что мы можем создавать подобные машины. И я думаю, что нынешнее поколение, ну, как минимум наши дети, будут летать на пассажирских самолетах, потому что экономичный двигатель в скором времени должен появиться. Сразу же за самолетом Ту-144 начинается аллея Сухого, Павла Осиповича Сухого, выдающегося авиационного конструктора. И начинается она с массового штурмовика, который называется Су-25. Мы зачастую называем его «Грачом». Уникальный самолет со всех точек зрения. Есть самолеты-истребители, есть самолеты-перехватчики, а это штурмовик. Основные задачи, которые он решает, это уничтожение боевой техники, живой силы непосредственно на земле. В чем его уникальность? Два двигателя, полностью бронированный фюзеляж, но самое главное, под каждым крылом у него находится по 5 точек подвески. Обычно у самолета 2 точки подвески, ну 4 максимум. Здесь по 5 с каждой стороны, итого 10. Поэтому летчики зачастую называют расческой или гребенкой. Такого количества вооружения, ну, не каждый самолет может взять. Плюс у него в носовой части находятся скорострельные пушки, радио и теплолокаторы. Самолет полностью бронированный. Для того, чтобы убедились в этом, я вам сейчас покажу один хитрый пример. Это подножка самолета. 22 мм высококачественной брони. Вот такой весь самолет. 3 февраля 2018 года, выполняя боевую задачу, был сбит в Сирии командир звена майор Роман Филиппов. Он как раз выполнял свою боевую задачу на таком самолете. Спускаясь на парашюте, он уже понял, что попадает в кольцо маджахедов. Приземлился, маджахеды его окружили. Он стал отстреливаться, что обычно бывает у пилота. Пистолет Стечкина, ну и вторая обойма. Он расстрелял все свои патроны и, видя в том, что он не принесет им никакого вреда, маджахеды окружили его плотным кольцом. Но никто не знал, что у него случайно окажется граната. И он с криком «Это вам за пацанов!» подрывает себя и маджахедов. Проходит месяц, и глава нашего государства выступает с посланием Федеральному собранию. И он сказал такую фразу. Я, откровенно говоря, не люблю цитировать, но в данном случае не процитировать нельзя. И он говорит, что когда-нибудь, может быть, у наших заклятых друзей будет такое же оружие, которым обладаем мы сейчас. Но у них никогда не будет таких героев, как Роман Филиппов. Далее на аллее Павла Осиповича Сухого представлен весь ряд самолетов-истребителей, перехватчиков, бомбардировщиков, которые долгое время стояли на вооружении нашей страны. Начиная с 1959 года самолеты модернизировались, становились скоростнее, имели более мощное вооружение, более мощные радиолокационные станции. В определенный период появился самолет с изменяемой геометрией крыла Су-17, который поставлялся в более 40 стран и до сих пор находится кое-где на вооружении. Вершиной эволюции в работе конструкторского бюро Павла Осиповича стал самолет Су-27, который стоит в конце этого модельного ряда. Это был уже принципиально другой самолет, построенный по принципу летающего крыла. И самолеты по такому принципу начали активно строиться в нашей стране. Это самолеты, которые находятся на другой стороне, МиГ-29, и современные истребители, такие как Су-35, которые на данный момент находятся в строю, и выполняет самые главные задачи. Су-35 является один из лучших истребителей мира, серийных истребителей на сегодняшний момент. Почему? Потому что он имеет изменяемый вектор тяги. Для дилетантов, скажем, выхлопные трубы могут менять свое направление. Благодаря этому самолет имеет потрясающую маневренность. И выполняет такие фигуры высшего пилотажа, которые возможны, с моей точки зрения, только лишь неопознанным летающим объектом. Но особенность еще, так сказать, этой коллекции заключается в том, что многие из этих экспонатов, они уникальны. Это единственный экспериментальный самолет или же первый самолет из этой серии. Увлекательная прогулка по открытой стоянке нашего музея, как правило, начинается и заканчивается с уникального вертолета, который находится за моей спиной. Называется он Ми-12, конструкции Миля. А серийные вертолеты Миль называл Ми. А если вертолет был не серийный, он называл его В. Поэтому официально называется В-12. Мы с вами уже видели самый большой серийный вертолет в мире, который называется Ми-26, способный поднять 20 тонн полезной нагрузки. Ни один вертолет в мире, транспортный вертолет, ничего подобного сделать не может. Самолеты и вертолеты такого значения и таких размеров не создаются просто так. безусловно, была идея его создания. В 1967 году от ракетных войск стратегического назначения поступила заявка на создание носителя элементов баллистических ядерных ракет. Поэтому размеры этого вертолета как раз и позволяли ему перевозить это грозное оружие – баллистические ракеты шахтного базирования. Но со временем эти ракеты становились все меньше и меньше, поэтому выпускать и содержать, и эксплуатировать такой вертолет уже не имело смысла. Поэтому реально было выпущено только две машины. И чтобы поразить ваше воображение, я хочу вам сказать, что он выполнил несколько рекордных полетов на подъем груза. И вот один из таких рекордных полетов закончился такой цифрой – 44 тонны полезной нагрузки, поднятой на высоту 2,5 километра. Этот рекорд, естественно, не побит никем и, видимо, побит уже не будет. Этот вертолет у нас экспонировался на Парижской выставке в Ле-Бурже в 1971 году. Он прилетел туда самостоятельно, поразил воображение всех гостей этого салона. Туда приехал сын знаменитого конструктора вертолетов, нашего бывшего соотечественника Игоря Ивановича Сикорского. На сегодняшний день большинство вертолетов в мире, в частности военного предназначения, и в Соединенных Штатах в том числе, это вертолеты Сикорский и Крафт Корпорейшн. Вот. Туда приехал сын Игоря Ивановича Сикорского, Сергей Сикорский. И когда он увидел это чудо, он сказал следующую фразу: «У русских более всего удается невозможное. Это из разряда невозможного». Сделать такое в мире, повторить никто не сможет. А в нашем музее стоит этот уникальный вертолет. Вертолет за номером 2 в полуразобранном состоянии находится в подмосковной деревне Панки, где сейчас расположены сборочные цеха ОКБ «Миля». Вот. Но он используется как музей. Во внутренней части его находятся различные экспонаты вертолетного музея. У нас он в прекрасном состоянии, и в дни открытых дверей мы распахиваем двери этой потрясающей машины, и наши гости могут побывать как в салоне этого вертолета, так и подняться в пилотскую кабину. Здесь пилотская кабина состоит из двух уровней. Внизу находятся два пилота-инженер, а на верхней части находится штурман. Уважаемые друзья, я предполагаю, что наша экскурсия по музею вам понравилась. Я искренне и сердечно от имени руководства нашего музея, от всех сотрудников приглашаю вас посетить наш музей. Я уверен, что вы получите неизгладимое впечатление. Если вы приедете с детьми, то ваши дети нагуляют аппетит, а мы в них вздохнем немножко патриотизма. Всего доброго, ждем вас в гости.